давай ручками, ножками. Тихо, тихо, тихо. Молодец. А ножками? А ножками? А ножками? Наши милые, забавные, особенные зверушки, несмотря ни на что, радуются жизни и принимают ее такой, как она есть. Адаптируются под обстоятельства, не плачут о том, что не могут, как другие, полноценно жить, а благодарны за то, что живут. Пусть немного по-другому, но живут и наслаждаются жизнью. Друзья, а мы по-прежнему ждем, что для них найдутся опекуны. 5000 рублей в месяц за одно животное. Вы видите, какой это нелегкий труд. 5 наших спинальников живут у этой, я бы сказала, героической женщины. Нам было бы намного легче, если бы кто-то взял на себя опекунство хотя бы одного из них.